Упершиню у истории незалежной Беларуси пройдет один день голосования. 25 лютого 2024 года у рамках одной выборчей кампании громадяне будут выбирать депутатов у всех узровнев, у Палату представников национального сходу и у мясцовые советы. Молодежный парламент Могилевского района упершиню провел деловую гульню, репетицию работы выборчего участка. У молодежном парламенте при Могилевском райсовете депутатов працованная молодь. Большая из их будет в складе участковых комиссий, причем упершиню. Тому на базе Вейнянского сельсовета, где дальше будет выборчий участок, вы решили провести деловую гульню, как ведать досконало, как проходит эта процедура и как поводить себе у тех и інших моментах. Сейчас мы с вами проиграем ситуацию, когда избиратель пришел без документов, удостоверяющих свою личность. Так, просим. Здравствуйте. Добрый день. Паспорт ваш, пожалуйста. У меня с собой нет, к сожалению. По законодательству мы вас не сможем сейчас принять без документа. Скажите, мы до 8 работаем, вы можете позже подъехать? Да, конечно. Все, тогда ждем вас. Всего хорошего. А вот ситуация, когда кто-то без аккредитации ведет с дымки. Здравствуйте. По законодательству фото- и видеосъемка на избирательном участке запрещена. В ситуации, если уже видео- и фотосъемка на участке совершилась, то в данной ситуации приглашается сотрудник милиции, который дежурит на избирательном участке, и уже сопровождается с участковым милиционером. У этой деловой гульне члены молодежного парламента отыграли разные ситуации на выборчем участку. Со стороны обычного граждана это выглядит очень легко. То есть поставить свою отметку, бросить в урну, но со стороны всех вот членов комиссии, как мы побыли сегодня, это достаточно тяжело и очень большое время на это тратится, очень большая ответственность. Было очень интересно. Огромное спасибо за такой опыт. Эта инициатива молодежного парламента происходит впервые, да, для того, чтобы будущие члены избирательной комиссии, то есть попробовали свои предстоящие роли и получили тот ценный опыт, который пригодится уже 25 февраля. Наша задача как взрослых, так и наших помощников подсказать, рассказать, как устроен избирательный участок, как проходят выборы, кого мы будем избирать. Это очень важно для чего? Потому что наша молодежь идет в свои трудовые коллективы, она идет в молодежную аудиторию для того, чтобы информировать население. Молодежный парламент імкнецца так само зацікавить молодь активно удельничать у житті громадства. Бо, как известно, от выников выборчей кампании залежит дальнейшее развитие нашей державы. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов. Новини региона.